В канун Международного женского дня в городе Ессык Алматинской области прошел конкурс красоты. За звание первой красавицы ЖТСУ боролись 12 девушек. Ранее они победили в районных конкурсах и вышли в финал. Марал Аманжолова расскажет подробнее. Знание национальных традиций казахов, творческие способности и сообразительность. На такие качества обращало внимание строгое жюри при выборе самой красивой и талантливой мисс. Финальный конкурс состоял из трех туров – дефиле, визитная карточка и творческая часть. Наряды для показа красавицы шили самостоятельно. Что и говорить, к каждому заданию девушки подошли креативно, раскрыв все свои таланты. В наше время, когда техника и наука далеко продвинулись вперед, способность запоминать у людей сошла на нет. Поэтому мне захотелось удивить жюри чем-то необычным. Я выучила все стихотворения известного поэта Махамбет Батыра и постаралась выразительно их прочесть. Подводя итоги, члены жюри признались, сделать выбор было нелегко. Все конкурсантки харизматичны и очень артистичны. В итоге обладательницей гран-при конкурса и звания первой красавицы ЖТСУ стала Камила Кожаханова из Жамбылского района. Остальные участницы были отмечены в различных номинациях. Хочется сказать в первую очередь огромное спасибо нашим мамам и пожелать в преддверии праздника им здоровья, открытого неба и много счастья. Пусть они всегда будут рядом с нами и дарят свое тепло и заботу. Победители и призеры конкурса получили грамоты и денежные призы, а жители ЖТСУского района выразили надежду, что этот проект, открывающий дорогу талантливым девушкам, продолжится и в будущем. Марал Аманжолова, Жандос Айтбайова, Сержан Джумабаев, Алматинская область, 24 КИЗ.